Всем большой привет! Сегодня будем делать из яиц мультяшных героев. Такие пасхальные яйца наверняка понравятся детям. Они с удовольствием примут участие в создании забавных миньонов. Список всего, что нам понадобится, будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Сначала варим яйца. Складываем их в кастрюлю, заливаем водой комнатной температуры, добавляем 1 столовую ложку соли и отправляем на огонь. С момента закипания варим яйца, если всмятку, то 3 минуты, если вкрутую, то 8 минут. За это время разводим желтый и синий красители, согласно инструкции на упаковке. Обычно требуется горячая вода и столовый уксус. Сварившиеся яйца опускаем на пару минут в холодную воду. А затем достаем на бумажное полотенце и даем высохнуть. Тем временем делаем заготовки для создания глазок. Для этого берем кусочек изоленты, складываем ее пополам липкой стороной внутрь и с помощью дырокола вырезаем кружочки. Дальше разделяем каждый кружок на 2 части и наклеиваем на сухое теплое яйцо, ближе к тонкой стороне. Можно наклеить 2 кружочка рядом или просто один. Теперь опускаем яйцо широкой стороной в синий краситель, примерно на треть. Выдерживаем около 1 минуты, достаем. Аккуратно промакиваем салфеткой, даем полностью высохнуть, а затем опускаем белую часть яйца в желтый краситель и тоже держим примерно 1 минуту. Капли красителя убираем салфеткой, ждем, пока яйцо хорошо высохнет, а дальше берем маркер и обводим кружочки из изоленты. Таким образом получим очки. Дорисовываем вокруг яйца дужки. Наносим улыбку. Снимаем изоленту. И рисуем зрачки. Такую процедуру повторяем со всеми яйцами. Вот и все. Пасхальные яйца в виде забавных миньонов готовы. С наступающим праздником Пасхи! Желаю мира и добра! Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.